Уважаемые гости и жители города, приглашаем вас в медпункт вокзала для прохождения тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции. Берегите себя и окружающих. Уважаемые встречающие, высокоскоростной поезд номер 772, сообщение, Москва, Санкт-Петербург, прибудет в 19 часов 15 минут. Далее вниз. Умирающий работа начинается с головы поезда. Высокоскоростной поезд номер 772, сообщение. Зябка.
Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд до станции Малого Виша отправится в 19 часов 25 минуты с третьего пути. Пригородный электропоезд до станции Малого Виша отправится в 19 часов 25 минуты с третьего пути. Поезд проследует со всеми остановками круга. 5 километр. Славянка. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, начинается посадка в фирменный поезд номер 45. Сообщение. Санкт-Петербург. Иван. Отправление поезда в 19 часов 36 минут с 9 пути. Нумерация вагонов начинается с головы поезда. Начинается посадка в фирменный поезд номер 45. Сообщение. Санкт-Петербург. Иван. Отправление поезда в 19 часов 36 минут с 9 пути. Нумерация вагонов начинается с головы поезда. Посмотреть зашел.
Здравствуйте. Так, это ресторан или что, кафе? Это ресторан. Здесь по-быстрому можно что-нибудь заказать нам? Смотри, что вы хотите. Ну, пиццу, допустим. Около 15-20 минут. 15, ну да. Хорошо, а где мы можем разместиться? Нас четверо, я хотел просто посмотреть сейчас. Чего? Здесь где свободный столик будет? Четыре, пожалуйста. А, ну да. Хорошо, спасибо. Спасибо. Москали сразу видно, москали приехали. Thank you.
Thank you.
Я еще сам не знаю. Здравствуйте. Здорово? Нет, спасибо. Собачек. Спасибо, я посмотреть зашел. Спасибо. Один, да? Да. Не скажи, что я не могу.
Вы можете машину сюда во вторую связку поставить. Там вход есть, стоит? Да, да, вот тут можно приехать. Садили до лошади. Ой, вы стоите, да? Да, проходите. Да ничего, я если прошу. Вы знаете, а мы еще, вы знаете, вы, если вы уверены, что уже сразу возьмете, а мы еще пока думаем. Кофе, например. У вас между чем и чем выбор осуществляете вы? Какой кофе вы хотите? Эспрессо. Приходите в море внутри себя. Да, и где же такая находится? А? На Гороховой сейчас, на Гороховой 77. Да. Гороховой 77, легко запомнить, кстати. Да, вот мы два бариста туда. Да. Да? Да. Так что, если что, за хорошим, вкусным. А лучше эспрессо или капучино мне выпить, как вы считаете? По крепости или по молочности? По вкусу. По вкусу? Начать лучше с капуча, самого да? среднего. Да. Средний, да, так да. сказать? И потом уже отталкиваться от этого. Лучше берите без всяких добавок, да. чтобы именно вкус. Чувствовать эспрессо. Да. А этот кофе будет какой странный? Или это непредсказуемый? Да. Бразилия. А почему так удивились? Когда я сказала странные, я не так сказал? Не расслышали просто. Да, не расслышали. Да? А что вам послышалось? Стороны. С какой стороны? С правой или слева, непонятно. Да с какой это группы, справа или слева? Спасибо, значит 77, да. Спасибо. Здравствуйте, а вы кофе не сможете сделать эспрессо? Эспрессо не сможем, ну и не сможем. Но он как бы... Мы просто варим кофе в гейзерной кофеварке, но получается вкусный кофе. Ну, это возможно для меня сегодня? Можно. А, тогда я бы хотел воспользоваться случаем, то что я приходил, закрыто было у вас несколько раз, а почему-то. Почему? Когда это было? Полгода назад, правда. А, ну, весной, да, я так и рассчитывал. Кстати, в гейзере научился офигенный кофе варить. Я тоже раз таких эспрессо. Эспрессо? Ну, вот, получается вкуснее, чем эспрессо, да. Типа, прикол в том, что ты... 100 рублей. 100 рублей, да? Спасибо. Ставишь сразу на максималку огонь. Я плюс еще сразу кипяток наливаю туда, чтобы побыстрее это все было. Получается так, что ты... Мне так интересно, что вы закажете? Я прям не уйду, наверное. Если я увижу что-то. Честно говоря, я первый раз. А, первый раз, я думаю, вы уже завсегда-то. Сейчас как что-нибудь закажете, так закажете от души. Мне вообще, когда первый раз прохожу, мне очень сложно сориентироваться. Короче, вега вот это вот тако, тако. И буррито для с эль классика, буррито эль классика. Буррито эль классика, тако вега. Если что, я тебя переспрошу. Так, для Дениса эль классика буррито, а тебе вега тако вега. Все. Замечательно, я тоже хочу так. А ты хочу вега? Ну, типа, а тебе еще спроси. Да, будет это, 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 будет это
Вы в нашей программе участвуете? А по номеру? Да. Давайте посмотрим. Еще можно из Веги убрать холодильник? Не дождать. Так, 8 будет сюда. Да ну нахуй. 9-8. Как мой кофе? Готовится, да? Ваш кофе? Да. Сейчас будет готовиться. Он еще заказ примет и... Yes.
Да, 100%. Отлично. У нас европейский, американский, японский винтаж. Вот в 60-х годах до нулевых представлены вещи. Вас мужское интересует? Да. Так, смотрите, у нас есть мужские пиджаки. Вот, есть кожаные куртки. А вот кожаную куртку можно посмотреть? Да, конечно. Это был бомбер, но нам навряд ли будет, конечно. Ага. Это слишком... Смотрите, вот здесь у нас кожаные куртки поставлены. Mm-hmm. Вот. Да. Ну, я уже вижу, да. Подобрать вам что-то? А мне стол, я просто знаю, что мне нужно. Ага. Я по манжету вижу, ну, вот такой, mm-hmm. чтобы манжет, mm-hmm. ну, как вязанный, да, резинкой, ну, вот, вы понимаете, да? Ага, я поняла, вам бомбер нужен. Да. Mm-hmm. Ну, что-нибудь mm-hmm. имитирующее хотя бы. Ага, я думаю, да, что да. это дефицит. Ну, просто у нас один был, вот. А, и сколько же он стоил, вот мне интересно. Хотя бы порядок цен. Слушайте, ну, вот если... Сложно сказать, да? Нет, не сложно сказать, ну, то есть... Например, такую кожаную куртку за 4 900. Ну это, да, ни о чем, да. Поэтому как бы... Ага. Тот бомбер, по-моему, в пределах стоил. Но я думаю, что мы еще привезем кожаную вещь. А как лучше поступить вот так, чтобы я узнал, что, допустим, пришел он? Как вы считаете? Я думаю, что вы можете подписаться на нас. Вот. Либо в Телеграм, либо в ВКонтакте. Подписаться, и что произойдет? Ну, вы будете следить за нашими новостями. А вы что, выкладываете все вещи? Мы публикуем обычно, что у нас какие-то обновления пришли. То есть, например, мы публикуем, что вот мы завезли кожаные куртки. То есть мы не публикуем все, но мы как бы анонсируем, да, что у нас что-то пришло. А скажите, а у вас нет визитки в таком случае, да? Конечно. Не дадите ли вы мне ее? Здесь у нас QR-код. Вот. Но я думаю, что вам удобнее просто будет забить наш никнейм. Вот, он у нас один. Вот для всех. То есть и ВКонтакте, и в Телеграме, и в Инстаграме все одно и то же. Ага, в Инстаграме мне вот удобнее, да? Да, я там, да, QR-код как раз есть. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Мерси. Да, взаимно. До свидания. Ну как, вы заказали? Да я еще не взяла его. Он же вам готовил. Понятно. Прокофьев, он сказал, что... Я сказал, эспрессо сможете приготовить? Он сказал, я не знаю, что получится. Это дословный ответ. Но будет очень вкусно. Перфекто, он сказал. Мне прям даже интересно. Мне тоже.
Добрый вечер, а как мой кофе поживает? Уже наливаем. Да? Не подскажете, а что это за фотографии висят? Вот что это такое? Мне интересно. Происхождение их, да. Жизнь нашего заведения. А, ну то есть они со смыслом каким-то, правильно? Да, определенно есть смысл. Понятно. В каждой фотографии. Ну да, раз это про жизнь-то. Вот, ваш эспрессо готов, но поскольку это эспрессо, объем у него, как бы, сами понимаете. Безусловно. Поэтому крышку надо на стаканчик? Нет, не надо. Я хлопну, да пойду. Что, полный стакан, что ли? А, ну нормально, нет, я там, вижу, там да. Там именно эспрессо. Хорошо, спасибо большое. До свидания. Спасибо. Момент истины, я специально сейчас. Ой, можно я ради приличия понюхаю его, если вы не против? Безусловно, конечно. Оценим, так скажем, это же не эспрессо. Это не эспрессо. Понятия не имею. Нет, это не эспрессо. Вы заказали эспрессо, да? Да. Но зато дофига налили. Приходите на Гороховую, 77. Переедем, морем внутри тебя. Хорошо. Переедем в скорое время, но может его начинается. Нет, в смысле, переедем из новой кофейни в маленькую, с маленькой в большую. Да, но вы можете найти в социальных сетях, Инстаграм. Так и набрать, Гороховая, 77. Нет, вы можете просто море по-английски, inside you. Офигенно, я запомню. Вот такое легкое название, прямо вот... Или даже если вы на русском ведете море внутри себя. А, море внутри себя. Внутри тебя. А, тебя. И вы сразу на нас выйдете. Хорошо, мне просто интересно, я сегодня так и сделаю. Приходите за вкусным. Мерси. Всего хорошего. До свидания.
Короче, я просто больше не хочу. Здравствуйте. Пришлось использовать.
Скажите, вот отдел Армани, маска для лица. Да? Маска для лица. Подождите, Армани. Диор, господи, что Армани. Вот позади вас, пожалуйста. Вот этот стенд, да? Спасибо большое.
да, а тут...
бар, да? Да. А здесь вообще перекусы? Перекусить-то можно или нет? Есть, можно меню. Есть, да? Перекусить. Ага, хорошо, спасибо. Нет, спасибо. Спасибо. Скажешь, сколько будет самая дешевая пицца стоить? Вот самое прямо дно, чтобы было. Угу. Хорошо, спасибо. Здрасте. Вы не подскажете, а сколько будет стоить, ну, как одноместный номер или что-то в этом духе? Одноместный? Да. Но это не сейчас, а вот в принципе. Ну, в принципе, в среднем, ага. 500, 2500, вот так, ну, две разные. Угу. Праздником выходным за полость отеля дороже. Сейчас 1540, ближайшие несколько дней. Угу. Сегодня угу. 2000. Так, а во сколько вот заселение? Наезд 2 часов, поезд до 12. Ага, хорошо. Это можно взять, да? Ну, да, хорошо, спасибо большое. Thank you.
колокольчик. Здрасте. Вы не подскажете, это сигареты, по-моему, эссе и, по-моему, кофе. Не могу найти. Ну вот, наверное, такие. Да, да, пресса, да, точно. О, как хорошо. 160. Ой, покурю с удовольствием. Может быть, я карточкой рассчитать, как считаете? Да, лучше карточкой. Да, хорошо. У меня нет вообще сдачи. Ага, ну да, у меня денег нет. Встретились. Надеюсь, есть? Угу. Хорошо. Все, спасибо большое. Хорошо, вечером. Спасибо за меня. Слушайте, вода. Дальше. Бы я домой уехал. 65. Спасибо, что сказали. Так, вы знаете, я вам на этот случай, чтобы подстраховаться, я карточкой заплачу, хорошо? По карте? Да, вы не возражаете? Спасибо. Черт, с этими жетонами. Все, спасибо взаимно. Всем до свидания.
хотел спросить, на буднях надо бронировать или можно так зайти? Как считаете? В общем, можно, но желательно забронировать. Забронировать, да? У вас визитки нет никакой? Вас не затруднит записать? Да, конечно. Вот здесь. А вы не подскажете, какое место предпочтительнее с вашей точки зрения при бронировании? Четверо. Четверо? Как думаете? Туда, да, скорее всего. Ага. В уголке тогда? Ага. Хорошо, спасибо. Так и сказать, да? Да. Легко запомнить. Спасибо. Надо знать наизу. Скажите, а на буднях надо бронировать или мы так можем зайти? Как ну, считаете? Смотря на сколько человек, да? Четверо. Четверо, да, лучше забронируем. На какое время нужно? Что я не знаю, хотел согласовать, а вы не подскажете? Сейчас, секунду, а какой? Подойдет вот так. Хорошо. Здравствуйте, вы не подскажете, вот нас четверо предполагается на неделе. А какое место наиболее предпочтительно с вашей точки зрения, чтобы не пролететь? Где-нибудь в уголочек. А как тут? А как стол вот этот называть? Может, у него номер есть какой-то? А там в углу? Да. Один. Спасибо. Я легко запомню. Спасибо большое. Если что, звоните. Да, конечно. Первый стол. Спасибо большое. До свидания. Скажите, на буднях надо бронировать место или нет? На будни? Да. Ну, не всегда. Не всегда, да? Хорошо, спасибо.
Вы не подскажете, на будняк надо бронировать столик или нет? Как считаете? На будняк надо бронировать столик? Четверо. Да, чтобы не пролететь. У вас визиток нету с собой? Да? Вы не зовите меня? Да? Скажите, а нормально будет, если мы вчетвером вот так вот расположим все у витрины? Или это не очень удобно будет? Хорошо, какое место бы вы посоветовали? Ага. Это, вот это, да, место? Понял. Первый, да? Хорошо, спасибо большое. Да, до свидания. Yeah.